Вот срочное сообщение к нам пришло из Караганды. Около 10 вечера здесь произошел взрыв газа в одном из кафе в центре города. В это время здесь отдыхали молодые люди. 4 человека пострадали. Они доставлены в больницу с различными травмами и ожогами. На месте работает специальная лаборатория. Пожарные предполагают, что взорвался один из газовых баллонов. Всего спасатели обнаружили 4 емкости.